Всем привет, с вами Ронимус, и Боже мой, что у тебя за глаза, а? Что-то там залагал в двери. Ну ладно. И очередная, я думаю, что последняя часть прохождения Assassin's Creed. Надо сказать, что я вам немного завидую. Вы точно знаете, последняя эта часть или нет? А я наверняка этого знать не могу. Но я все-таки постараюсь уложиться, тут явно осталось меньше часа. Впрочем, если честно, блин, я снимаю теперь по одному видео каждый день. Вас что-то не устраивает, вы хотите Европы. Но, ребята, я снимаю Европу раз в неделю. Может, раз в две недели. Ну, короче, как получится, но явно не раз в три дня. Господа, давайте будем придерживаться графика. Если вас... Правда, у меня такое впечатление, что когда я закончу Assassin's Creed, мне придется чтобы... не... Что ты там сбросил? А, ладно, фигню сбросил какую-то. Мне придется не новый проект запускать, а для начала сделать еще одну серию Европы, вопреки своим правилам. Потому что как-то это уже вообще ни в какие ворота. А тот новый проект у меня уже снят. Ну, правда, я не отрендерен еще, но уже снят, да. И он ждет вас, но вы не хотите его видеть. Хорошо, прекрасно. Будете смотреть Европу. Все равно никто не догадается, что это за проект, потому что его название никогда не мелькало на моем канале. А разумеется, то, что когда-то обещал, и полгода уже обещаю, это так, для отвода глаз, сами знаете. На самом деле, я начинаю новые проекты, подвергаясь сиюминутному порыву, уж явно не планированию. Точно благодаря такому же порыву я сейчас убил вроде как невинного человека. Не сейчас убью одного невинного кота, черт побери. Ну ладно. О, шуганулся как. Ах, да, это же та самая мечеть, на которую мы так и не смогли забраться культурно. А почему у нас, кстати, это не получилось? А, потому что он не смог нормально зацепиться. Сможет ли он сделать это в этот раз? Вау, да. Удивительно. Это оказалось довольно сложно. Ух. Тебе не следует здесь находиться. Фига себе. Взяли да подстрелили. Даже камнями не стали бросать. Ну да и черт с ними. Окей, что у нас нового? Опять ни черта нового. Ну зашибись. Нам, по идее, придется посетить все точки обзора, потому что иначе, ну, я просто не вижу вариантов. Да что ты там делаешь в ударной установке, я тебя спрашиваю. Свали оттуда. А, хрен с тобой. Ладно. Странно. Мы только что пробежали прямо перед встревоженным стражником. Стражник. Ага, но он даже ничего не обратил внимания. Вау, тут сразу двое. Покинь это место. Вау, 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 вау. На это, я... все равно не уйти. На это я не рассчитывал. Считаешь, что не уйти? Ты от меня не уйдешь. Ты умрешь здесь и сейчас. Вау, вау, о, флаг. Я тебя поймаю. Даже стрелять кто-то пытается. Ну почему? Я ведь мог ухватиться. Ладно, к черту. О, ребят. Очень в тему. Все равно нам пришлось бы их убивать. Я как бы спасал. Почему? А где та женщина, которую я спасал? Ну и ладно, плевать. Будем просто всех убивать, потому что у меня хорошее настроение сегодня. Потому что я, блин, впервые за неделю проснулся в 10 утра, а не в 3 часа дня. Нет, черт побери, круто. Пожалуйста, следи, куда идешь. Чтобы шли активировать, что ли? Присесть вы куда-нибудь. А, вот сюда вот. Окей. Кто меня там ищет вообще?
Опять эти лучники, которые так и сидят на крышах. Что за ужасная борода. Даже у меня не такая. Ладно, или активировали. Вы там уж заново проявились? Не, не проявились. Я вас спас. Не, ну такой наглости я от них не ожидал, ребят. Такой наглости не ожидал. Не прыгай в мой шлем, черт побери. Ладно. У Альтаира, к сожалению, шлема нет. Я бы одолжил. Хотя это наверняка снизило бы его мобильность. Неплохой комбо. Это у меня, блин, такое количество трупов, я видел только в Станквест, по-моему. Там просто вот толпы. Особенно если с X3 или X5 играть, там просто, ну вообще, завалы. Зато как это лагает, как это лагает. Смотрите-ка, нет, у нас не прибавилось здоровья, с учетом новой синхронизации. Что там, Клер, что ли? Кто так шуганулся? Что это за священник там? Падре, что вы смотрите на битву? Разнимайте детей заблудших. Или овец заблудших. Короче, плевать. На, это не Падре вовсе. Вау. Неплохая челма, или как это называется. По-видимому, первый удар еще можно заблокировать, а второй уже нет. Вот и видели сейчас, как я заблокировал первый удар. Из вот этой суперсерии мощных ударов. Не договорил. Трехочковый, блин. Где? Где башня очередная? Продолжим. Никого не убивал. Она сама похла с голоду. Мы же говорили же. Ладно, хоть здесь забираться достаточно легко. Ребят, что за паника? Блин, меня бесит лучники тем, что они, как правило... Их, как правило, нельзя просто взять и зарубить скрытым клинком. Хотя клинок вообще, как правило, не предназначен для того, чтобы им что-то рубили. А уж скрытно тем более. Стой! Ты не пройдешь здесь! Я не собираюсь. О, флаг. А, я забыл поставить таймер. В смысле, я забыл посмотреть на часы, когда начал снимать. Ну так черт, мы все равно пройдем ее до конца. О боже. Наконец-то нормальное задание. Кража. Неужели мы еще не делали кражу здесь? Возьми карту и расставь стражников, как на ней показано. Во время процессии мы будем в безопасности, а вот похороны... Врагам слишком легко спрятаться в толпе. Если вы так обеспокоены, почему бы вашим людям не обыскать местность? Наше присутствие здесь и так порождает волнение. Представляю, что будет, если народ узнает, что мы топчем их священную землю. Да уж. Возможно, вам вовсе не стоит присутствовать. Он был нашим другом и братом. Мы воздадим ему все полагающиеся почести. Ты оскорбляешь меня своим предложением. Кому в последний раз зарубили в Иерусалиме? Мне не нужны неприятности. Так перестань болтать и займись делом. А, может, один, да. А до этого? До этого, кажется, Тамира или Талала. Кого из них нам нужно обчистить? А, вот этого вот. Боже, нет! Только не психи, пожалуйста, только не психи. Ребята, как я пройти должен здесь? Типа так вот своровать, да? Вот так вот, да, типа, украсть. Вот и видите, насколько хардкорные сейчас задания уже пошли. То есть нужно украсть у какого-то капитана стражи, блин, который ходит посреди психов, которые постоянно вас пинают, и, короче, а-та-та. И у вас буквально есть несколько секунд на это, потому что потом он выбегает за пределы охраняемой территории.
Я уже достаточно далеко. На помощь! Да проклянет Аллах того, кто это сделал! Ну и черт с тобой. Почему бы было его просто не убить? Что, нужно пройти еще одно задание, да? Ну ладно, тогда посетим еще одну вышку. Последнюю уже, точка обзора, то есть. С нее уже посмотрим, что нам предстоит. Кстати, сколько у нас спасенных горожан? Я не считал. Как-то странно, точка обзора расположена. Как нам до нее добраться вообще? А, тут стена делает поворот. Убирайся. Умри! Но! Тамплиер? На крыше? А то я все жаловался, почему они не ходят по крышам. А нет. Молодец. Тамплиеры на крышах есть. Молодец. Это кто молодец? Блин, мне нравится мой новый меч. Он такой золотой, такой крутой. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? По-моему, снять его незаметно не получится. Тем более, что я вытащил, по-моему, зачем-то длинный меч. Ну, с одним противником мы справимся, кем бы это ни... кто бы это ни был. Хотя, вот как это у нас будет с Робером, это еще тот вопрос. Какого хрена здесь? Я всего лишь убил одного тамплиера. Вы же не должны любить тамплиеров, ребят. Вы же за сынов. Ну, Амандио. Зачем их так мучительно убивать? Восстанавливай уже здоровье. А то меня это начинает напрягать. Точнее, просто надоедать. Вот это уже окей. Что, меня опять кто-то спалил? Снова! Как я устал! Да, Альтер не устает. Хочу быть как Альтер. Ну где же тут нормальный подъем? Ребят, походу только с крыши опять. Нет, нормальный вход тоже есть. Замечательно. Как сказать, нормальный вход? Делать нечего. Уходи. За мной и же и так вся стража охотится, а ты еще у меня тут какие-то предупреждения делать будешь. Ну подумаешь, пынул, ну... Подумаешь там, где не надо. Интересно, смогу я тебя отсюда скинуть? Я попробую, конечно. Да не надо меня бить, я тебя гуманно хочу скинуть, чувак. Подожди, дай мне повтыкать. Прям мне напоминает Mortal Kombat, блин. Два чувака просто дерутся на какой-то совершенно невозможной арене. О боже, подслушивание. Еще более идеальное задание. Хотя, как вообще словосочетание более идеальное? Ну ладно. Плевать. Выворачивайся уже. Зачем вообще вести себя так? Обязательно нужно на скамейке быть? Что за вообще... Такие глупые стереотипы. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Какого черта? Что вообще происходит? Вы, ребят, вы всего лишь трое иерусалимских простолюдинов. Вы хотите напасть на тамплиеров? Нет, вы умрете прямо здесь и сейчас. И ты тоже умрешь здесь и сейчас. Что тут стряслось с твоими Аллахом?
уже. Но что не так с этим миром? И какого хрена вообще тамплиеры дружат с этим маждадином? Он здесь при чем? А, ну да, он же из этой шайки. Ну ладно, плевать. Возвращаемся в бюро, потому что больше заданий выполнять я не намерен. Они здесь совсем какие-то жестокие. Что он делает? Не паникуй, чувак. А то получишь. Питак. Где-то нормальный проход. Хотя, для Альтера, конечно, все проходы нормальные. Это не успел закипишевать. Прям так помер. Обычно они просто успевают что-то сделать, что-то шугануться так, а потом их уже не снять. Скрытно. Поднимают панику и все такое. Еще флаг. Я не понял, что, просто трава здесь растет, да? Просто трава. Еще флаг. За каким бы флагом пойти? Ладно, пойдем сначала за тем флагом, потом за этим. Все равно все мы их не соберем. Но те, что мы видим, я просто принципиально собираю. Еще один. Ё-моё. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару. Какое у них зрение вообще у этих нищих? Я бы, блин, пошел в ту же стражу. На крышах дежурить с таким зрением. Если они меня с крыши видят. Где чертов флаг? А хрен с ним. Уходи. Уже. Похоже, он куда-то очень спешит. О, да. Тебе сюда нельзя убирать. Простой народ Иерусалима даже не знает тут забавную шнегу, что тут полно-полно тамплиеров и крестоносцев, с которыми они вроде как воюют. Они пришли на похороны их возлюбленного судьи Сарацина. Хотя я бы не назвал маждадина Сарацином, он какой-то... Хотя мы вообще знаем о Сарацине только по Саладине, а Саладин довольно-таки гуманный чувак был. Я, кажется, рассказывал про их отношения с Ричардом, по-моему, в первой или второй серии. Ну, может быть, расскажу еще раз. Похоже, потом. Ты добился успеха, брат. Я много узнал о нашем враге. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Прекрати подскакивать! А значит, сколько можно? Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Что значит поскорее? Как будто от меня зависит время проведения похорон. Что вообще-то за человек? Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. А. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас... О чем ты говоришь? Все это время... Я так и не попросил у тебя прощения, дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Меня радует этот чувак. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Простите, я пошуршу. Так мы становимся ближе. Становимся сильнее. Спасибо тебе, брат. О, да. Отдохни, если хочешь, Альтаир. И приготовься к тому, что ждет впереди. Перемотка на более поздний участок памяти. Мне вот этот момент... Хотя это будет небольшим спойлером, но все равно Малик вот предчувствует что-то, да, и начинает с нами, и понимает, что нужно с нами помириться. Это вот помните, если вы проходили Темное Братство,
в Обливионе. Там был такой чувак, я не помню, как его звали. Хаджит, который постоянно с нами, над нами издевался и все такое. Так вот он тоже, когда Люсьен Лошан сдал нам задание истребить всю чейдиналийскую ячейку братства, он тоже с нами помирился. Ну, как будто предчувствовал. Малик точно так же предчувствует. Ну, правда, я не помню, умрет он или нет, но мы его убивать точно не станем. Мы с ним вроде как помирились. Нельзя ли поосторожнее? Куда он так ищет? Извини, толкнул стражника. Что? Эй, чувак, ты куда? Типа, чтобы убивать стражников, я должен быть невинным, да? Типа, я не соглашусь, что меня спасает преступник, да? Меня должен спасать святой человек. Да, святой человек должен убить 4 стражников. Замечательно. Эй, я даже, блин, настолько был поражен, что я даже не успел среагировать. Хотя уж 1000 лет не пропускал захвата. Ну и черт с вами. Злые вы. Интересно, как товарищи Уоррен и Люси вообще реагируют на все это безумие, что здесь творю? Потому что, по сути, это отнимает у них время. Они могли бы разбудить меня и сказать, что так делать нельзя. Это... Хотя, черт побери. Тамплиерам лишь бы о морали говорить, конечно. Ну просто их... Конек. Мораль. Так, тихо, 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 тихо. Вау, вау, ребят, что-то у вас здесь развелось. Что это я делаю? Тут такое непонятное. Убирайся, Черн, пока цел. Черн? Окей. Уже. Что это вообще было? Какого хрена? Для больной, голодный и нищий. Похоже, он торопится. Что дофига тороплюсь. Умоляю вас, господин. Куда он так спешит? Всего пару монет. Не понимаю, чего он хочет добиться. Но ведь этому должна быть причина. Он, блин, развелось. Логиков. В арабском государстве. Всему должна быть причина, всему должно быть следствие. Черт побери, до научного просвещения еще до хрена лет. Ну сколько, лет 400. Я не знаю, какой это год. Третий крестовый поход, я не очень помню, когда это было. Либо 1000... Нет, скорее всего, 1190 какой-то. Но я точно не помню. 1191 или 1192. Может быть, тут указывается где-то. Скорее всего, указывается. Но так или иначе. Алигели к этому моменту уже... написал свою божественную комедию, а здесь такое вот та-та-та творится. Кстати, мы потом все равно не прошли. Ну-ка, дай посмотреть. Ну ты спрыгнуть можешь. Или мне опять перезагружать эту тему? О боже. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд Аддина. А почему они говорят аминь? Безвременно покинувшего мир живых. Вы были когда-нибудь на мусульманских похоронах? Я знаю, вы все ощущали. Я был месяц назад. Рады. Довольно впечатляющее зрелище. Ибо как мулы, все мы выходим голос в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Наверное, не понимает, кого он хоронит. Знаете, что однажды вы встретитесь с ним в раю. О, да. С Мажд Аддином в раю. Вот эти типа Роберто Сабля, которого нам нужно пришить. Ну, вы же понимаете, что он так просто не дастся. Вы же не тот человек совершенно. Что, не вспоминает, что он сделал хорошего? Ну, ребята, это вам, да, вечером тут простоять. Почему аминь? Я, черт побери, понять не могу. Слезай отсюда. Я тебе говорю, слезай отсюда. Всем плевать абсолютно.
Ну, я не понял, мы будем что-нибудь делать? Ребят. Ну давай. Сделай что-нибудь. Скажи еще какие-нибудь глупости, ну, ты же это умеешь. Мне кажется, мне придется перезагружаться. Я ведь могу, черт побери. Жду 10 секунд. Ладно, плевать. Жду еще 10 секунд. И только тут я понял, что я по-прежнему могу пользоваться шифтом. Это все меняет. Как вы знаете, Мажда Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Я мирный священник. Хаос! Обожаю хаос. Это в моем стиле. А теперь давайте сражаться сразу 5 тамплиерами. Или их здесь не 5, но, короче, дофига. Вау! Это было неплохо. Он одновременно сломал мой захват, и потом меня стрелой в трахею. Это печально. Ладно, давайте просто прибьем Робера и не будем тут ничего устраивать, всяких стен. Вау, я заблокировал стрелу, слушайте, я тут. Эти твари ловят свои же собственные стрелы. Да, драка на магии. Всегда любил эту тему. Сколько ж можно? Что? Кто это орал? Ну, короче, вы поняли, да? Вы уже должны были понять, что... На самом деле, это никакой, разумеется, не Роберт Усабле. Это бедная несчастная девушка, которую запрягли просто получать стрелы. Не, ну... Да, пришибли мы ее таки. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваше сокровище у Аль-Муалима. А ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих 8, сторон. Не тупи. Ты сделал хашишинов врагами для всех. Я еще не убил Робера. И тем самым подписал приговор ордену. Не 9, 8. Что он тоже сказал? Считать умеет. Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Вот бы Ури. Всем так, да? Типа, не хочет умирать. Ладно, иди нафиг. Не, ну согласитесь, мы круто с ними расправились. Особенно вот с последними тремя. Так... Просто контратака, атака, потом одного еще стрела, собственно, сшибла. Мне это порадовало. Ну, потому что с таким количеством лучников там довольно-таки трудно сражаться все-таки. Так, ладно, давайте культурно забежим. Постараемся убивать как можно меньше.
Что, они кого-то психа зарубили? Не, ты же издеваешь, ты же шутишь. Пошли, 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 пошли. Так-то лучше будет. А на крыше мы их всех порубим. Чтоб неповадно было. Остановите его! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Считаешь? А, поздно. Почему у каждой скамейки стоит под стражник? Поднимайтесь, твари. Мы ждем вас. Главное, сам не упади. Да, поднимайся, поднимайся. В порядке очереди, пожалуйста. Тут не так высоко, чтобы это было смертельно. Слушай, чувак, ну, хорош играть комедию. Хотя... Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это. И тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель Робер. Да мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело... Это человек-убийца! Его нужно убить. Ой. Общего врага. Прошу прощения. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Мы только что простились, и тут... Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Окей, теперь валим отсюда. На этом по-хорошему стоило бы и закончить, но... Но. Убийство завершено, да, замечательно. Но я просто не хочу растягивать дело еще на одну серию. Может быть, я просто-напросто, если серия будет слишком длинной, я распилю ее на две равновеликих. Ну, потому что все-таки у меня серии слишком разные по длине выходят. От 30 до 60 минут. То есть, в принципе, если у меня выйдет, скажем, минут 80, то это будет вполне две полноценных серии. Проблема в том, что в Арсуф нам придется скакать... Да, скакать. Мы давно уже не скакали, собственно, просто так, по-моему, серии 6. С тех пор мы пользуемся только автоперемещением. А, кстати, на хящике и этого даже нет. Там, по-моему, только вручную можно перемещаться. Я знаю, что ты не желал мерзла. Просто друг... Дайте мне лошадь. А, задолбали. Может быть, они бы меня пропустили, я не знаю, мне плевать. Я просто не хотел останавливаться ради них.
Поэтому я просто и убил одного на бегу. За странная сбруя. Хотя что я понимаю в конях вообще? И где подковы? Мяу. Мяу. В королевство? Да. Хотя мы можем, кажется, поскакать в Масиаф. Могли бы. Метательные ножи поражают врагов издалека. Ну, это как-то чересчур, согласитесь. Альтери только что сказал, что он не поедет в Масиаф, а тут взял и поехал в Масиаф. Хотя, может быть, он не поехал бы в Масиаф в любом раскладе. Так или иначе, до Арсуфа еще довольно далеко скакать. Мы видели несколько раз поворот к этому странному месту. Что-то я вспоминаю просто про себя. Ой, прошу прощения. Ага. Мы снова здесь, я совсем забыл, что я делал. А, ну да, мы скакали в Арсуф. В Арсуф. Сколько здесь народу в этом королевстве? Просто с ума сойти. Повсюду эти чертовы патрули огромные. Сток сена в пустоте. Я могу бы, конечно, все это вырезать, просто поездку до королевства. Но надо ли? Это, в конце концов, тоже часть игры. И если помните, почти всю шестую... Нет, именно всю шестую серию мы тупо скакали по королевству. Не делая больше ничего, мы просто вот залезли на все точки обзора. Блин, разбежались. И, по-моему, насобирал кучу флагов и еще всякой фигни. Поубивал тамплиеров там. Прошелся по всем селениям. Вот даже трупы остались. Че это вообще такое? Что-то непонятное. Так, тупик. Тупичок. Флаг. Ну ладно, за флагом мы уже не будем возвращаться. Воу-воу. Куда мы вообще приехали? Вау. Нужно было, наверное, нехило разогнаться, чтобы такой прыжок сделать. Правильно ли мы скачем? На, черт с ним. Все равно тропа делает поворот. А следующий перекресток, я думаю, мы заметим. О, товарищ тамплиер. Кого ты там материшь? Вот только мы вдвоем. Блин, у него даже этот толчок сносит два блока. Как это я его убил, так интересно, просто толкнув? О, это я зря, конечно, спешился. Хотя, плевать. Лошадь довольно трудно убить. На самом деле можно. Ее можно просто зарубить, но это очень трудно. Эйм? Что? Сбить! Сбить! О, жакровские пошли солдатики. Как-то мы странно скачем. По всем дорогам одновременно. Ну и что вы мне сделаете? Еще один флаг пропустили. Но они хотя бы организованно это пытаются сделать. В отличие от сарацин, в которые тупо бегут пешком за лошадью. С лошади тоже можно рубить, и вы это уже точно видели. Но смысла в этом особого нет. А, ребят, ну это неправильно. Зачем бедное животное убивать? Как будто это вам поможет. Я бы на вашем месте оставил животное в покое, вы бы остались живы. Сколько можно? Ужасная подсчетка. Ты достоин смерти. О, лошадь. Позвольте. Это еще немецкие тамплиеры какие-то. Ну, тевтонцы, скорее всего. Вау, какая толпа. Марс, насколько я понимаю, здесь. Да. И
Если помните, раньше здесь было вот это вот поле, типа, нет доступа к памяти.